Вкратце скажу, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас переходим к нашей второй части нашей практической работы. И мы поработаем с практикой, которая называется, как я уже говорил, дыхание Будды. В чем заключается эта практика? Практика заключается в том, что наша задача будет заключаться в том, что мы сначала на вдохе будем поднимать энергию снизу через наши стопы, будем чувствовать, как энергия через стопы поднимается, и потом на выдохе будем выдыхать в разные стороны. То есть вдох через стопы, выдох в разные стороны через стопы. Таким образом прочищаются наши канальчики, меридианчики. И насыщается тело энергией. Потом снова начинаем делать вдох. Поднимаем энергию. Я буду все это проговаривать. И выдыхаем через голени. То есть поднимаем, да, распределяем энергию вверх. И выдыхаем через голени. В разные стороны. При этом вот эти закупорочки, да, которые мешают нормальному прохождению энергии, они прочищаются, выбиваются пробочки. И таким образом энергетика начинает циркулировать более активно. Кто-то уже начал, я чувствую. Друзья, пока ничего не делаем, а пока просто слушаем. Ну и, соответственно, потом мы поднимаем еще выше, доводим до уровня бедер. И на выдохе выдыхаем через бедра. И вот таким вот образом мы поднимем энергию полностью до головы. И подышим полностью уже в конце нашим телом. Так, хорошо, все, друзья, вопросы после практики. Сейчас мы настраиваемся на нашу работу. И для этого мы усаживаемся максимально удобно. Ручки и ножки не скрещиваем. Наши стопы прижаты к полу. Наши стопы стоят на полу. Заземляться специально нет необходимости. Здесь произойдет автоматическое заземление, да, когда мы будем работать с набором энергии снизу. Да, поэтому заземляться не надо. Все произойдет в автоматическом режиме. Можно сказать, что мы работаем с восходящим потоком, поэтому заземление, хорошее заземление вам обеспечено. Закрываем глазки, расслабляем максимально наше тело. И теперь мы делаем вдох. И на вдохе нашими стопами снизу поднимаем энергию, вдыхаем через стопы. Делаем выдох, выдыхаем через стопы в разные стороны. Снова вдох. Вдох через стопы. Выдох через стопы. Чувствуем, как энергия выходит через кожу в разные стороны. И снова вдох через стопы. Выдох через стопы. Выдыхаем в разные стороны. Теперь вдох через стопы. Ведем энергию вверх. Выдох через голени. Выдыхаем в разные стороны через голени. Снова вдох через стопы. Выдох через голени. Прям почувствуйте сейчас, как через кожу энергетика в пространство начинает уходить, прочищает наши голени. Снова вдох через стопы. Выдох через голени. И еще раз. Вдох через стопы. Выдох через голени. Хорошо. Теперь поднимаем еще выше. Вдох через стопы. Доводим до бедер. Выдох через бедра. Еще раз. Вдох через стопы. Поднимаем энергию. Выдох через бедра.
Выдыхаем в разные стороны. И еще раз. Вдох через стопы. Выдох через бедра. Замечательно. И теперь на вдохе поднимаем энергию до таза. Вдох через стопы. Выдох через таз. Хорошо. Почувствуйте, как убираются какие-то пробочки. Снова вдох через стопы. Выдох через таз. Прочищаем наш таз. Вдох через стопы. Выдох через таз. Отлично. И еще раз. Вдох через стопы. Выдох через таз. И теперь поднимаем еще выше. Вдох через стопы. Поднимаем энергию вверх. Выдох через живот. Выдыхаем вперед через живот. Вдох через стопы. Выдох через живот. Вдох через стопы. Выдох через живот. Теперь поднимаем энергию еще выше. Вдох через стопы. Выдох через грудь. Еще раз. Вдох через стопы. Выдох через грудь. И еще раз. Вдох через стопы. Выдох через грудь. И теперь подышим спинкой. Снова вдох через стопы. Поднимаем энергию. Выдох через спинку. Стараемся продышать наш позвоночник, нашу спинку, наши лопаточки. Вдох через стопы. Выдох через спину. И еще раз. Вдох через стопы. Выдох через спину. И теперь поднимаем энергию еще выше. Вдох через стопы. Поднимаем до шеи. Выдох через шею. Продышите свою шею. Снова вдох через стопы. Выдох через шею. В разные стороны выдыхаем через шею. Снова вдох через стопы. Выдох через шею. И теперь поднимаем на вдохе еще выше. Вдох через стопы. Выдох через голову. В разные стороны выдыхаем. Прочищаем нашу энергетику, наши меридианчики. Вдох через стопы.
Выдох через голову. И еще раз. Вдох через стопы. Выдох через голову. И теперь мы подышим всем телом одновременно. Делаем вдох через стопы. Распределяем энергию равномерно по телу. Поднимаем вверх. Выдох через тело. Отлично. Выдыхаем в разные стороны, и спереди, и по бокам, и сзади. Со всех участков нашего тела мы чувствуем, выходит энергия в пространство через кожу. И еще раз вдох через стопы. Выдох через тело. И работаем самостоятельно, не спеша. Делаем вдох через стопы, чувствуем, как энергетика поднимается, заполняет все наше тело, доходит вверх до головы. И делаем выдох и выдыхаем в пространство, прочищаем нашу энергетику, наши меридианчики, выдыхаем в пространство через кожу и работаем самостоятельно. Постарайтесь максимально прочувствовать движение энергии через стопы вверх по телу и прочувствовать выход энергии в разные стороны. И если в какой-то области чувствуете дискомфорт, продышите эту область. Прям продышите точечно эту область. И еще немного. Хорошо. Заканчиваем. И теперь мы делаем глубокий вдох. И на выдохе открываем глаза.